Так, переходим дорогу аккуратненько, обязательно вот на зеленый. Правила тут не нарушаем, идем налево. Прохладненько. Так, направо. Ты, кстати, сумку тут забыл? Сумку, да. А идем на тот мост, откуда от неразделенной любви, снимай, от неразделенной любви прыгают вниз и разбиваются молодые чешки, чехи тоже, но и иностранцы. Воля, во, видите, вот он. Вот пивасик, да, охуительный. Ребятки, вот тут завод, где делают чехлы на твой ебаный iPhone 4. То есть вот эти все граффити, они были срисованы с официального сайта завода в Тайване. Короче, вот такой вот говнопомет опять. Давайте я возьму побольше. Вот там, блядь, смотрите, собачка. Привет. Так, все, давайте идем назад. Давайте еще себя немного поснимаю. Блядь, ну. Так, и спустимся немного вниз. Так, тут велодорожка. Это я вам показывал, того миньона. Здесь все, короче, фильмы, все серии миньонов и аватару снимали там. Чуть-чуть сюда. Сейчас пройдусь, пробегусь, вернее. Ветер, блядь, все лысо, блядь, все видно через эти, сквозь эти деревья. Я, кстати, некоторое время жил там. Она там бывшая жила, я у нее жил года два, два с половиной. Потом мы переехали вместе, начали жить. Все, дальше. Это, короче, велодорожка. Сюда обязательно нужен велосипед или просто, если ходить пешочком. Вот, блядь, сейчас только все расцветает. Так, вот, ребят, это, короче, памятник всем, всем бананас. Здесь снимали все серии миньонов, все серии Аватар и все серии Марвел. Это, походу, толчок или что там? Hello. Не, не реагирует. О, давайте, сука, мне так глаз чешется. Вот такая вот хрень тут. Блядь, для чего? Почему? Хуй его знает. Вот тот мост, блядь, откуда частенько просто прыгают. Да, бля. Короче, ранняя весна, все теперь видно. О, блядь, здоров. А это местный, видимо. Это местный сторож, блядь. Ты куда? Я здесь тебя снимаю. Ну, нахуй. Этот район, это, короче, совсем недалеко, если проехать от ИП Павлова. И вы наткнетесь вот на этот самый мост. Здесь ездят как машины, так и метро. Чешская метро, линия, красная цечка. Давайте я, блядь, похожу немного, дабы вы всю красоту увидели, не только мою, но и того моста. Поверну, давай, блядь, я спущусь, блядь, туда. Бля, ну так не делайте, да, никогда, особенно зимой, когда тут будет скользко. Сейчас мы, блядь, сделаем 360. Приветики, если слышно, видно. Да, добрый день, как у вас дела? Подожди, на левое ухо лучше. Тревога только что была. А я, да, сегодня по всей вроде бы Украине, да? Так, а вот как вот кто-то говорил, то что это стена ебаный в рот, там стоит замок с церковью. Нельзя материться. Давайте чуть-чуть так пройдемся. Это Вышеград. С той стороны Вышеград будет. А эта сторона, бля, я не знаю, или ИП Павла. Если что, там я где-то сделаю пометочку. Ну, блядь, тот самый мост. Ребятки, так никогда не делайте, да? Так хуйней не занимайтесь, блядь. Эй, чувак, там сигареты есть, нет, блядь. Давай посмотрим, блядь. Может, там тем будет, блядь. Так, тут, блядь, практически везде граффити. Не ебаные лошади, блядь, а ебаные граффити, как говорят, блядь, полицейские тут чехи. Много, везде граффити, все стены практически изрисованы, да? Так. Так, я все, ребят, домой иду. Ладно, чао-чао, я иду домой. Все, пока-пока. А, ключ надо, да?
Бля, да. Опять, бля, тавтология, короче. Бля, наверх, наверное, да? Ну тут только, блядь, вся стена. Здесь, короче, вся стена в граффити. Если хотите порисовать карандашиками, ну давайте сюда залетайте. Бля, сука, мне уже жарко стало. Так, а мы, наверное, пойдем наверх. Пойдем наверх, там тоже поснимаем, да? Да. Вон, блядь, на ту церковь. Не видно, да? Но мы сейчас туда дойдем. Так, ребятки, я сейчас дома. О, блядь, говно. Раз и два говно. И здесь, да, блядь, какой, ну, говноконтент. Значит, должно быть... Нихуя себе, смотрите, что тут такое. Осуждаю. Вот если вы задумаете, надумаете бриться, я вот сюда всегда приезжаю. Вот здесь вот нормально зубные пасты, всякие станки расставляю. Вот сюда можно одежду вешать. И все, и тут стоишь. Поэтому я, наверное, сюда не езжу и не бреюсь. Фуй, бля. Кстати, тоже немного тут воняет. Мы сейчас попробуем добраться вон до той, до того сооружения. Ребятки, давайте немного помянем. Оставлю сюда. Минутка молчания. Это, короче, вот все тут в парке. Музей полиции Чешской Республики, костел. И вот такая вот, такое вот место с камушками, где поминают погибших. Короче, вот так, да, в принципе, очень сильный ветер. Бля, наверное, уже сейчас будем пиздовать на тот мост. Наверное, да, потому что, блядь, батарейка, чтобы не села, вообще будет, блядь, охуительно, как не в тему, когда батарейка сядет. Там, блядь, тоже, смотрите, какие, блядь, красивые здания. Там все закрыто. Могли бы еще туда нырнуть, но там, блядь, закрыто. Короче, валим на мост. Так, давайте здесь я комментировать я ничего не буду. Вот так вот, да? Музей полиции. Это тут мой, короче, личный филиал. Так, ребятки, вот такая вот, короче, есть новость. Были мы в том музее, но, естественно, мы не были вовнутри. Внутри. А знаете почему? А потому что там, сука, снимать нельзя, блядь. Вход 100 крон на человека. Неважно, мальчик это или девочка. Вот, блядь, я вам еще адрес покажу. Новый город, музей, да? Блядь, 100 крон. 100 крон с человека, блядь. Снимать вообще нельзя. Прикиньте, блядь, вообще снимать нельзя, блядь. Не только на, для телевидения, радио, блядь, снимать. Это понятно, нельзя. Но ты, блядь, для себя, чтобы показать, блядь, брату, сестре, тоже нельзя снимать. Пиздец, блядь. Так, ребятки, малая информация. Этот вот тот самый мост, откуда, блядь, как тут не слышно, да, наверное, меня. Вот эту хрень, вот она, блядь. Поставили недавно, не знаю, может быть, лет эдак 60, наверное, назад. Это было еще в 11 столетии, еще даже когда России не было. Да не, пишу. Короче, вот установили вот эту хрень, чтобы просто вниз не прыгали. Здесь еще как бы высота маленькая. Ну а дальше, дальше открываются такие вот виды. Пипец, да, шум какой? О, Билла. Привет, Билла, блядь. Так, ребятки, не удивляйтесь, я просто одел капюшон. Пока машин нету, давайте небольшая такая информация. Закидывайте, ебать, донатики. Да не шучу, давайте я вам покажу, какой тут вид открывается сверху. Я не знаю, метров может быть 50, может быть больше. Так. Так, ребят, дико извиняюсь, здесь очень сильно дует ветер. Я сейчас пока снимать не буду, а снимать буду аж на той стороне. Нужно пройти этот мост. Блять, сука, как в Якутии. Тоже, бля, поснимаю тут. Это вот метро Вишеград. Если, короче, необычное расположение станции. По обеим сторонам метро едет как туда, так и туда. Чтобы туда перейти, нужно, блядь, по переходу вниз. Это вот такой переходик на Вышеграде, да? Метро.
GXEVMZ. Так, и поднимаемся наверх. Так, вот та самая станция Вышеград. Мы едем туда, ждем поезд. Да, обязательно его тоже сниму. О, она меня снимает, а я ее снимаю. Здоров. Так, вот он, то самое метро. Это мой знакомый, блядь, Лукаш едет. Он даже, сука, не помахал мне, блядь, ебать.